Всем привет, друзья! А вот и подъехало продолжение нашего нового шоу, где мы пробуем дойти до глобалов. Но это будет не так просто, и сейчас я расскажу почему. А потому что мы будем играть с теми же жесткими правилами, как и в калибровке. То есть мы будем играть впятером с рандомными пушками. И чтобы определить, с какими оружиями мы сыграем, каждый из нас пятерых будет открывать по два кейса. Один за сторону теров, а второй за КТ. И что нам выпадет, с тем мы и сыграем. Но и это еще не все. После того, как все пушки будут выбиты, мы идем к нашему боту ВКонтакте, чтобы узнать, какой челлендж нас ждет. И вот уже после этого мы идем в катку. Что ж, это реально потное и очень интересное шоу. Поэтому, друзья, присаживайтесь поудобнее и обязательно ставьте лайк. Ну а мы давайте уже определим, с какими пушками мы сыграем. Ну что, ребята, мы уже на месте на замечательном GG-дропе. И, ребята, сегодня мы продолжим повышаться до глобала. Надеюсь, сегодня мы получим звание хотя бы кто-нибудь. Ну чё, до этого как бы нужно сначала определить, какие пушечки нам сегодня выпадут, с чем мы будем играть. Ребята, вы готовы? Ну да. Ну давайте, давайте тогда поехали. Так, кто у нас сегодня будет первый открывать? Ну чё, давай я открою. Ну-ка, давай, молодой. Чё ты будешь открывать? Молодой откроет два тайных по классике. Ничего не меняется. Но посмотрим, Раф, что тебе выпадет. Так, два пистолета, да? Ну, слушай, один есть. Один есть. Кстати, дроп интересный. Интересный тебе дроп выпал. Ну, ЦЗ хороший хотя бы пистолет. Тут не поспоришь. Но вот ССГ потником с ним будет, потненько. Ну ладно, дроп интересный. Оставляем все это. И, ребята, кто на следующий будет? Ну, давай я открою. Ну, давай, давай. Что ты будешь открывать? А вот давай два кейсика Луи Витон. Ага, значит, модный ты сегодня парень. Ну, глянем, что выпадет тебе. Надо бы нормальный, конечно, дропчик сегодня выбить. Ну, вот это, кстати, неплохо. Ну, это хороший дропчик. Да, в принципе. Конечно, выпала эмочка, но эмочка это за теров упала, поэтому ты будешь играть с калаша, ну и бизончик упал за КТ. Нормально, хорошее тоже сочетание. Ну и, ребята, кто у нас третий на очереди? Это я. Это ты. Ну, давай. Давай, Марат, что ты будешь открывать? Так, давай пониже чуть. Насколько? Вот топовый давай попробуем. Топовый, вот этот, да? Значит, замечательный кейсик. Ну, погнали. Дороговастенький, конечно, кейсик. Надеюсь, хороший дроп отсюда выпадет. Давай, Марат. О, вот Марат, он тоже нормально подфартил. Можно мне так же? Можно мне так же. Нормально, слушай, эмочка за КТ, за теров МП7. Ну, слушайте, сегодня, в принципе, неплохой нам дропчик падает. Значит, сейчас будет пистолет. Владос, ты готов убивать пистолетики? Нет, 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 только эмки. Давай, XXL. XXL, так, понял. Ну, дорогой кейсик. Значит, выпадут дорогие пистолеты. Нет, 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 эмки нужны, пожалуйста. Ну, такое, знаешь, среднее. Да, такое среднее выпало, в принципе, не пистолеты. МАК-10. Сойдет, сойдет. Правда, по-моему, МАК-10 только за теров. За КТ это МП-9 вроде будет. Но это не проблема. Не проблема. Так, 900 рублей осталось для меня, чтобы открыть. Ну, я попробую, пацаны, на тачке прокатиться сегодня. Посмотрим, что выпадет мне. Нет! Сука! Блин, что за троллинг? Ладос, земля пухом, я не знаю, что я так рофлю у Ладоса, сейчас его пистолеты выпадут, пистолеты, и они мне выпали, сука. Но это карма. Знаете, это правило, короче, выпуск не выпуск, если не выпадут два квака. Два пистолета, да. Интересно, интересно, мне сегодня упало. Пацаны, на меня сегодня не надейтесь. Ну ладно, это будет интересно. Давайте еще посмотрим, какой челлендж нам выпадет, что нас ждет. Кстати, чуть не забыл. На GG-дропе обновился барабан с халявой. И давайте посмотрим, какой бонус нам отсюда выпадет. Опа, еще одна буква, неплохо. И кстати, у меня есть замечательный секретный код, с помощью которого мы сможем крутануть барабан еще разок. Так, а вот это уже интересно. Ну давайте попробуем крутануть этот халявный кейс. Во, вот это годно упало. Кстати, друзья, теперь вы можете получать еще больше бонусов. Ведь во вкладке разовые бонусы появились новые задания. И это еще не все, вот вам еще один крутой промокод. Что ж, не упускайте халяву, а мы давайте уже скорее узнаем, какой челлендж нас ждет. Ну что, вот мы уже и здесь, на месте, ребята, с пистолетами мне сегодня очень жестко фартануло. Ну и посмотрим, фартанет ли нам с челленджем. Давайте, 3, 2, 1, отправляю. Опа, так вот это уже интересно. Ну это хорошее такое. Да, это уже интересно на самом деле. Но с пистолетами мне туда тяжеловато зайти будет. Хотя, смотря на какой карте мы будем играть. Да мы тебя будем на мясо вперед отпускать. Ну, а, да. Вот так вы, да, Касл? Да. Вот так вот, ну понятно все с вами, ребята. Ну ладно, давайте перейдем к катке. Ну чё, парни, давайте, погнали. Погнали на Б. Других вариантов у нас, в принципе, нет. Но надо пистолеточку брать обязательно. Ну я выхожу, даю в голову. Да. Угу. Обычно, когда тебе дают голову, ты так говоришь. Ай, 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 ай. Опа, нормально. Для девятки без головы. Да, без головы. Больше вроде никого нету. КТ. План чисто. Хуй. Еще. Ух, ё-моё. У девятки еще. Девятка. Двое пока что девятка.
О, двое, короче, они на спуске. Идет один КТ. Один девятка, другой КТ. Осторожно. Ого. Девятка. Хорошо. Так, ну это опасненько было на самом деле. Давайте, ребята, давайте снова Б. Какие варианты еще есть? Никаких. Полетели. Опа, близко, аккуратней. Опа, близко еще где-то, пунте. Пунте, да, где-то сидит. Хорошо. Так, короче, я занимаю КТ сразу же. Девятка один. Давайте точим его. Нормально. Сконнектор. Да, с коннектора. С диплом аккуратней. Спина, я спина. Мало хп. Токсик бежал с коннектора. Да, все, последний где-то в миду. Нормально. Все, вот есть так. Минус. Так, ну пока хорошее начало. Давайте мид плюс Б. Давайте. Так. Я на голову дам молот. Пацаны, давайте, надо по максимуму стараться забирать. Чу, авик, аккуратней. Че до конца? Пунте, пунте авик будет. Флешку дал. Еще флешку даю, пацаны. Дал на молот. КТ, КТ авик. Дал, КТ смотрит, дайте смоук туда. Я дал, но не уверен, что я попал. Еще пунте, по-моему. Пунте, еще авик. Авик, КТ и плент. Убивайте плент. Плент супер битый. Все нормально. Это дерпесть. Девятки 8. Мало, да, хп. Авик девятка. Девятка, авик. Сити сейчас найс. Хорош. Сити врывается. Хорош. Спине возможно. Вроде КТ топнул где-то на КТ он. Да. Блин, у них бесконечные авики вообще. Ах ты ж. Шорт. Блин, они жестко играют, конечно. Так, парни, давайте, надо, короче, с раскидом выходить, сразу же КТ смочить и так далее, чтобы такого больше не было с авиками. Хуёво, да. Вблизи, по-моему, у них эко. А, нет, в авик точно вот был один у них, они же сейвили. Пунте сидит. А, в этом, в мусорке убил. Авик, авик на девятке, смотрит. КТ ворвался, голову. На голове! Убил девятку. У девятки, у девятки. Да боже, там у него вообще ни хрена хп не осталось. Флешку на девятку давай. Все, взорвал. Не знаю, есть ли тут еще. Никого в девятке, пацаны, в спине. Найс. Спины, да. Но мне кажется, что они сейчас реально уже заподозрят то, что мы только Б ходим. Будет укреплять. Это проблема. Ну, шайка даже вам быть. По-моему, пацаны, там весь план горит. Где-то. Пунте, пунте. Чё, смог ворот убил. Хорошо, и в пунте. Это эко, да, у них пистолеты. Убил. Найс, все, буду ставить. Сити, по-моему. Двое там. Девятка один. Видимо, не девятка. Но он оттуда нам кидал флешки и прочую херню. Что-то нигде его. Токсик! Токсик! Ой, блядь! Аккуратней. Ты чё? Нормально перестрелял. Так, пацаны, давайте аккуратненько. Ух! Аккуратненько! Ой, винты! Болик даю. Может быть близко. Убил винтах, вроде убил? Да, минус есть. Еще должен. Пунтия есть. Пунтия есть, да. Сити, дигл аккуратно. Без головы в пункте. В пункте красный. Убил, убил. Right. Все, всех убили вроде. Остался один где-то. Ну, он любит в спине быть. Он в винтах. Блин. Минус 38. Марата 13 хп ловит. А я полетел уже. Слева. Хорош. Так, пацаны, что-то мы как-то сдаем позиции. Давайте, надо собраться. Надо брать. Близко. Много в пункте, по-моему. Сзади уже двое бегут, сзади двое. Так, nice. Нормально. 3 в 3. Убил плент. Плент убили. Проходите, пацаны. На девятке будет. Девятка. Он так молотов пикает. Парень опасный. Ну, давайте. Сейчас еще одну. Не, нормально. Бесконечный молотов просто для пацана. Ай, сожгли его. Sure. Sure. Тут вообще без шансов, я не знаю. Эту девятку тупо закрыли. Сити крысит. Нормально, у него времени нет уже все. Так, ну красиво. Красиво забрали. Пацаны, что-то мы как-то отдаем раунд за раундом. Надо поаккуратней. Так, что-то там в миду раскинули. Так, ну вроде никто не пушит. Время залетать, пацаны. Да-да-да, давайте. Ну уже, я слепыш. Убил плент. Хороший. Девятка, да девятка. Я две флешки сожрал подряд. Девятка. КТ, голова. КТ ворвался, убили. Девятка. Да задолбай. Что КТ меня в смок убил? Флешки эти. Один на КТ, один на девятке. 8 патронов. Девятка один до сих пор. Хорош. Хорош, все, и КТ последний. Влетел! Охренеть, он влетел просто. Это опасный был раунд. Пацаны, надо последний раунд забирать, давайте. Надо тащить. Нормально? Меня в смок убили. Разменяли. Пленте, да, раскидывают хаешки. Давайте занимаем, почти никого тут нету. Хорошо, убил, убил плент. Еще в КТ, да блин, пройти не успел. Маки в этот раз что-то не раскинули. Забирайте бомбу. Девятка закрыта. Так бомбу возьмите, поставьте. Вылетает КТ.
Чё-то пунте долго стоял. Ну, 8-7, в принципе. Ладно, пацаны, можно играть. Нам с этим бэплинтом было, конечно, очень сейчас тяжело. Но теперь все начинается за КТ, посмотрим, как пойдет. Так, пацаны, давайте, надо собираться. Надо тащить. Мид, Авик. Вышел мид под винтами один. Мэн, хороший, Игорь. Готов. Винты могут быть у вас. Убил. Хорошо. Еще Авик мид был. Про мидл есть, да, раскидывают винты нам. Двое мид, один под винты ушел. Не ушел. Один в тупике на миду. Тупик на миду, ласт. Игорь, голову станемся. Я влетаю тоже с этой стороны. Блин. Нормально, парни. Надо тащить, давайте. Убил Мэйни. У скрипа еще один. Флешку накинул в Мэйн. Аккуратно флешку ладос. Вроде, блин. И убил, еще один. Еще один там. Скрип минус 13. Один Мэйн, один скрип. Да. Скрип вышел, ребят. Хорошо. Форкли. Сдох он, сдох. Еще близко. На траке, да, где-то был. Найс. Ну, у вас был на базе все. На миду. Хорош! Фух, опасно, один, опасно. Под много бегут. Окей. Мейн чисто. Ворвал стадион винты. Прошел, да. Еще один убил. Винтах Прош. Убил. Еще в токсике один. По стене в токсике один. Бежал обратно. Оба там. Боже, еще хорош. На базу свою примерно убежал. Справа-слева, да, крысит входу. Я с другой стороны уже. Справа. Крас. Нормально, красавчики. Блин, мы все еще отстаем, пацаны, давайте. Под ми есть там скаут или авик. Мид красный, хороший. Бота убили. А он в смоке был. Хорош. Там двое под Б. Двое под Б, ребят. Окей, это Б будет. Идут. Я слепой. Я тоже слепой. Ух. Один красный. Двое. Трое, их там трое. Еще один там. Убил. Хорош. Последний. Ивент, по-моему, последний. Есть, да, вроде. Минус 5 хп у него. Хорошо. Да, потненько, конечно. Есть под Б один, точно. Пока не слышно, вроде, а. Двое-трое под Б, ребята. Дал флешку, отходи. Горят они. Пробежал винты. Хорош. Еще там есть двое минимум. Сейчас кто падает. Да. Бомбу выбил. 1-4 хп. Флешку даю аккуратно. Флешку ладу. Да, я вижу. Убил, там... Хорош. А, токсик. И винты. Ай, блин! Минус 16. Токсик. Ласт токсик. У него 14 хп. Чё ему 16 отнял? Ну вот, я ему 30. А, нормально. Так, опасно. У меня мышка аж вправо уперлась, я не смог дальше продолжить. Я поэтому не попал. Давайте, парни, дальше тащим так же. Но этот раз точно А должно быть, так что готовьтесь укреплять сразу же. Есть под Б там, 1-2. Ну, мейн не слышно. Я все равно останусь пока что. Бегут. Много. Ну, пока один. Хорош, умер. Винты разбили. Это ты. Сори. Мэйн есть! Мэйн двое! Да, они на... Но у них нету бомбы. Двое. Ну, Б у нас уже Игорь пропушил. 48 отнял. Пунте бомба. Бомба есть, да. За дальним мэйн красный. На девятке! За дальним! Дальний. Один наверху, если вы не убили его. Что? Чего? Одно есть. Фанган каким-то. Игорь, флешки нет тебе накинуть, сори. Ой-ой-ой, ребята, на крыше. В коннекторе молотов не могу помочь. Хорош. Мид убили. Коннектор молит, пока не могу хелпануть. Мейн чисто. В гараже тип, без башки. Под винтами один на миду. Дал ему молик туда. Взорвал. Хорош. Он горит, убил его. Ласт в этом, токсик. Понял. Перемычки был, я же испугался. Давайте, пацаны, надо дожать уже эту игру. Там соло, я бегу к тебе, Влад. Есть, а. Я здесь тоже рядом. Да, уже вышли. Окей. Хорошо, бомбу еще винтах. Трак убил. Ой, блядь. Сука, зараша. Плент. Двое в плинте. Я с шорта пойду. Еще один в плинте был. Еще один где-то, да. Плент, ладно. Хорошо. Nice. Командная работа. Отбить чисто вроде. Мои нету. Гарри, есть подбой. Это бот. Где-то в миду, короче. Врываемся. По своему попал. У тебя там будет ладос близко сейчас. У меня здесь оба в перемычке. Перемычка бомба. Двое в перемычке. И один еще в гараже. Гараж у машины белый. Убил у гаража. Перемычки, по-моему, стоит. На Т-базу ушел. Окей, давим. Красиво. Ух! Так, ну это была реально плотная катка. Было реально очень тяжело. А как мы на одинаковые кивы настреляли? Я вообще с пистолетами двумя всю игру играл. Чё? Это как вообще? Да посмотри, сколько ресурсов. О! Мне вернули! Мне вернули Беркута. А мне Бигстара дали. Мне Бигстара тоже вернули. Нормально все. Не дали его. Повышаемся, пацаны. Первый успех!
Что ж, друзья, вот так и закончилась наша катка. Она сегодня была, конечно, непростая, но мы справились. И наконец-таки у нас первые успехи. Теперь все ребята с Бигстарами, а я Беркут. Аж троих апнуло за эту катку. Ну, в принципе, неплохое начало. Ладно, друзья, если ролик вам понравился, то обязательно ставьте лайк. Ну и на канал подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. И прошлые ролики смотрите, они очень годные. Что ж, а с вами был MoreGames. Всем удачи и всем до скорых встреч.